Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник «День сыновей». В России он не закреплен и носит неофициальный статус. Тем не менее, это отличный повод родителям провести время вместе со своими детьми. О сыновьях и их родителях в материале моей коллеги Ольги Русул. Егор Вахрамеев – один из героев нашего сюжета. Проводит виртуальную экскурсию для своих друзей. Мальчик, несмотря на юный возраст, личность разносторонняя и увлеченная. Вместе с братом Матвеем ребята, кстати, двойняшки. Они создают различные проекты. Мы занимаемся на 7 кружках. Мы любим очень заниматься бассейном, робототехникой, шахматами, английским. Вальдорфской школой, музыкальной школой. Егор любит. На чем ты играешь? На фортепиано. Мама двойняшек Альбина Вахрамеева считает, что главное воспитание мальчиков, да и вообще детей, это любовь. Ведь сыновья – это награда для родителей. Впрочем, мальчишки отвечают сторицей, радуют маму и папу успехами. Матвей у нас увлекается лего-конструированием, он более такой собранный, любит пазлы собирать по 1000 единиц, он будет долго, кропотливо переживать, что у него там что-то не получается, что-то получается, радоваться, вот он такой более собранный, нравится ему заняться математикой. Вот, Егор более такая творческая личность, он ходит в музыкальную школу на класс фортепиано, вот уже 2-й год, педагог им очень доволен, вот. Стихи они у меня, кстати, оба любят учить, читать, читают оба хорошо, пересказывают. Ну, как бы это то, что объединяет их. А так они вот и интересы у них разные, и совершенно разные дети. День сыновей – праздник совсем молодой, у него нет устоявшихся традиций. Основная цель – сплотить детей и родителей. По мнению наших юных героев, праздник нужен для радости. Например, для того, чтобы дарить подарки. Лего, конструкторы – все для любимых занятий. Чтобы дарили подарки побольше. Ну, чтобы дети радовались, что у них праздник свой. А кто должен подарки-то вам дарить? Родители. Родители. Да, родители. Бабушки, дедушки. Еще одна наша героиня Наталья Рождественская. Счастливая мама 2 сыновей и дочки. Матвей и Олег – юноши неординарные и уже добились успехов. Старший Олег в изучении истории. Юноша мечтает стать ученым. Сейчас он получает образование в университете в Архангельске. Младший Матвей – 8-классник. Кроме всего прочего, серьезно увлекается английским языком. Матвей уверен, такой праздник нужен и важен для детей и взрослых. Возможно, для мальчиков. Да не знаю. Возможно, его придумали для мальчиков, так как они защищают всех, там выполняют работу какую-нибудь сложную. Ну, думаю, все. Матвей считает, что воспитание детей, особенно сыновей, тяжелый труд. Но и сами дети должны понимать и помогать родителям. Например, в его обязанности входит выгуливание собаки. Надо каждому свою еду, потому что кто-то не любит что-то есть, а кто-то, наоборот, любит. Потом прибираться по дому. Еще, ну, все. Но вы все это делаете, вы прибираетесь дома. Ну да, мы помогаем ей. Главный секрет воспитания сыновей в семье Рождественских – прост – любовь и понимание. Если у меня какие-то есть требования к детям, я их стараюсь объяснять. То есть не просто там «пойди, сделай вот это» или «почему нельзя сделать вот это». Я им объясняю. Тебе нельзя вот это делать. Почему? Потому что вот если какие-то есть вопросы у детей, да, они ко мне обращаются, тоже объясняю, почему можно, почему нельзя, почему это вот так, почему вот эдак. Ну, много времени посвящаю общению с детьми. Вот, на разные темы, абсолютно вот, волнующие их, то есть они могут смело ко мне всегда обратиться, и мы все эти вопросы обсуждаем. И возвращаясь к празднику, достоверно неизвестно, откуда пришла традиция отмечать такой день. Тем не менее, во многих культурах издавна считалось, что сыновья – наследники, и они для продолжения рода. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север».